Ну-ка, Жорик, фас. А, так, за ногу его. За ногу, за спину. Дюбаха какая, скажи. Ой, какая со. Витя отлетел. Слушай, ему Витя больше всех нравится. Или? Тоби, Тоби. Лапой придавил и держит. Нельзя так. Тоби. Он не сильно, я вижу, и он рот только открывает, он вообще не кусает его. Лапа не с силой придавлена. Угу. Да, блин, Тоби. Тоби. А, Жорик, фас. И Люнтий, иди, мой шлётки, иди на ручки. Почти, Жорик, почти. Давай еще раз пробуй, седлай его. Седлай, Жорик. Седлай его. Конь енотовский будет. Витя говорит, я тоже хочу покататься. Говорит, а, иди, мое солнышко, иди к маме. К маме иди, иди, да. Будем с тобой сидеть чесаться вот так. Ложись на ручки. Что такое? Потому что мама из-за зайки не может зайти и сидеть с вами. Зайка потому что охотится иногда на меня. Да, что там? Что там такой мой кривоюбик? Юбик, кривоюбик. А. Что-то цыган один пришел, посмотрел и ушел. Илюш, ложись. Ложись, я буду тебя тесать. Ай, блин, одной ногой так стало больно. Ай, Илюхан, блин, какой ты тяжелый, а. Зопа тяжелая, вот эта зопа такая. Такая тяжелая-тяжелая. Кривозубка моя, кривозубка. Вот тут меня она грызла-грызла. Знаешь, я думаю, возможно, на колбасу у него такая фигня. Ну вот, надо этот корм Империал этот достать. И давать ему пока только сушку. Где? Где? Мото-мото. Ой, Илюханчик. Иди мучай Тобика. Ау, блин, синяк на ноге однозначно будет. Где мой сладенький?